где-то еще высоко-высоко в горах мы наткнулись вот на такой прекрасный ресторанчик. И мы идем туда кушать. Хочешь есть? Не хочу. Не хочу. Тогда я поем, а ты посмотришь, хорошо? Нет. Я у тебя заберу еду. Здесь похоже, что все оставляют обувь. Либо в носках, либо в ногах. Hello. Hello. Вот это да. Картинки ищешь? Картинок нет. А что такое breakfast? Breakfast. Ты хочешь breakfast? Это завтрак. После посещения таких мест начинаешь понимать, что остров совсем не маленький, огромный, здоровенный остров. В принципе, по кругу можно объехать его за 2 часа. Но если подниматься в горы, то можно кататься здесь очень долго. Tonight.